Сегодня у нас в гостях вот такая вот посылка. Это одна из немногих посылок, которую я очень ждал. Здесь у нас кубик Рубика Валк 3. Немного расскажу предысторию. У меня есть много разных кубиков Рубика, и я снял один раз видео про вот этот кубик Рубик, назвав его лучшим кубика Рубика, который я держал в руках. Он реально таким является. Сколько мне кубиков не приходило, реально самый лучший, я им пользуюсь. Сейчас я им как бы, да, я его отложил, потому что, ну, он реально качественно сделан, очень хорошо. Не такой он хороший для спидкубинга, но вот именно качество его сборки, как он крутится, все, его приятно держать в руках. И, ну, это просто как бы, ну, обалденный кубик. Эту вещь я бы подарил человеку, у которого есть все. То есть, если вы не знаете, что подарить, вот такой вот кубик. Но, к сожалению, я не могу его найти, где его купить подешевле. Вот, поэтому я его пока отложил, и он у меня лежит. И, ну, я бы в любом случае приобрел бы еще несколько штук таких, пусть бы были у меня. Вот, также у меня есть вот такой кубик, я им не пользуюсь. Это у нас Йонг Юн. Обычный дешевый кубик. Я его смазал и положил в коробке, потому что все время я пользуюсь вот таким кубиком. Вот, если присмотреться, там у нас была в чате разговор за кубики Рубики зашел, и если посмотреться, вот, наклейки, они съехали ближе к центру, то есть все наклейки съехали ближе к центру, ну, центральная тоже немного съехала влево, все они были ровно наклеены, когда он пришел, и эта ситуация у нас повторяется везде, то есть какая-то наклейка больше съехала, вот, какая-то меньше, но тем не менее, этот кубик у меня все время в руках. Каждый день я не спидкубер, я просто вот так вот его кручу вместо спиннера там или какого-нибудь другого кубика. То есть мне нравится этот кубик Рубика, вот так вот кручу его просто, ну и занимаю руки свои, расслабляет меня это. Вот, но один из подписчиков после этого видео, один из подписчиков постоянно писал: купи Валк 3, купи Валк 3. Потом написал уже: я купил Валк 3 и так далее. У меня жаба душила покупать кубик Рубика Валк 3. В итоге, да, накопил денег, купил все-таки Валк 3. Давайте посмотрим. Купил сразу я их два. Нашел продавца на Алиэкспрессе, где самые дешевые они и где хорошие отзывы от продавца. Вот, смотрите, что они нам положили еще. Вот такие вот две штучки и два мешочка. Мешочки, ну, прикольные. Они, знаете, как, я даже не помню, где, ну, как у рюкзаков задняя спинка вот таким вот материалом делается. Сейчас, секунду. Ну вот, что-то похожее, но на ощупь они похожи, но здесь крупнее такая дырочка, чем у рюкзака. Ну, я встречал, прислали два кубика, две подставочки для них, для красивых кубиков моих, и две сумочки, чтобы можно было таскать с собой. Вот такая вот коробка. Красиво. Я вначале заказал один кубик черного цвета. А потом решил, что нужен мне еще вот подобный вот такому вот, без наклеек. И заказал второй. И па-бам! Вот это вот второй, который я заказал. Мне продавец их положил в одну посылку. Вот это так выглядит. Что это у нас здесь? Вот, написал продавцу, что я там заказал два кубика, пожалуйста, положите их в одну посылку. В одну посылку их запаковали, и пришли они за 17 дней. То есть сегодня доставил курьер. Наклеечки The Valk. Какой-то парень. Matt Valk. Наверное, проектировщик, да, наверное, спидкубер. Вот, 474, то есть на My name is Matt Valk, то есть Matt Valk собрал за 474 кубик в 2016 году. По-моему, этот рекорд до сих пор не побили, насколько мне известно. Вот, и еще один Matt Valk. Solution, то есть ссылка на инструкцию, Matt Valk, подписи, такие вот интересные книжечки. Эта штука тоже достается, то есть если вам не положили, допустим, эту штуку, вот,
можно в ней хранить кубик. Интересно все сделано, так круто. Ну давайте посмотрим, в чем же прикол, чем он такой крутой. Кстати, я недавно видел кубик с магнитами, там внутри как добавлены магниты, которые примагничивают угловые стороны, то есть доводят кубик самостоятельно. Вот, они еще дороже стоят. Но якобы вот этот вот кубик огонь. Размер стандартный. Сразу скажу, вот здесь, ну, то ли смазка, то ли что-то прилипло. Наверное, его проверим сейчас. Да, оттирается. Немножко смазанный, видно это. Есть смазка. Ну да, приятнее, легче он крутится. Купил еще смазку для них. Но этот, он и легче, по-моему, по весу. Сейчас проверим. Вначале Йонг-Юн весим 70 грамм. И давайте Валк 3. 81. Ну, как показалось, что легче. Тяжелее на 11 грамм. Ну и давайте посмотрим на второй кубик. Такой яркий. С наклейками. Тоже был смазан. Валк 3. Ну, я не знаю. Впечатление у меня, как бы, нету такого вау-эффекта. Тоже 81. Давайте еще раз этот проверим. 81. Давайте посмотрим, как он стоит на подставочке. Давайте посмотрим, что у нас под крышечкой. Под крышечкой у нас красивые серебристые болтики, как и положено. Как и положено, все здесь хорошо. Настраивать их я регулировать не умею, поэтому давайте попробуем собрать один. Итого 1,5 минуты у меня заняло, но я давно не практиковался, то есть я не собирал кубик Рубика давно. Последние разы у меня было там 57-56 секунд, вот, ну, на вот этом вот кубике. Скажу сразу, вот этот легче крутится, чем этот. Я этот взял после, то есть Валк 3 довольно легче он крутится, да, реально он... Намного проще он крутится, я бы сказал. Ну, изначально я его когда взял, ну, не было у меня такого вау-эффекта. Ну, кубик и кубик. То есть, они практически одинаковые.
Вот, те же наклейки используются, все то же самое, вид такой же. Вот. Но, тем не менее, этот легче крутится, то есть, ну, после него я его покрутил, только что собрал и взял этот кубик, реально стало тяжелее его крутить. То есть, ну, этот проще. На гранях кубика есть такая вот резьба. Так, здесь нету, но вот на вот этих есть. И вот здесь. Вот, я так понимаю, это позволяет не соскакивать ей. Вот, видите, резьба. Вот. Ну, я бы не сказал, то есть, попользовавшись этими кубиками, да, они немножко лучше, чем вот Yongyun. И, но такого что-нибудь сверхъестественного или, ну, я не почувствовал. Так, решил концовку перезаписать. Вчера записал, и потом уже вот полдня я поигрался кубиком и изменил свои выводы. То есть изначально я в конце сказал, что... Ну, я вырезал это. Сказал, что оправдана эта покупка будет только тем профессиональным куберам, которые хотят ускорить себя, да, то есть ускорить свой результат. Вот. Нет, поменял мнение, то есть поигрался. Даже для новичков, если не стоит вопрос в деньгах, этот кубик будет офигенный. Я им поигрался, он намного приятней, он намного удобней. Не всегда у меня получается на нем пока сделать пиф-паф. Иногда застреет. Вот, но здесь немножко острее грани, как по мне. Вот с Yongyun'ом, если сравнивать. Но намного легче он крутится. То есть ты когда берешь после него Yongyun, тебе тяжело его крутить. Даже если смазать, то тебе его тяжело крутить. Если, допустим, сравнивать с кубиками, которые в офлайне у нас продаются, вот Yongyun это, ну, реальный прорыв вперед. То есть у нас в офлайне продают такое дикое в три дорого, что они даже не крутятся, эти кубики. И на них учиться даже. Я на одном подобном учился. И, ну, реально там нереально учиться на тех кубиках. Поэтому, если вы только учитесь, я все же советую взять вот такой вот Yongyun за $3. Он будет в 2 раза дешевле, чем, а то и в 3 раза дешевле, чем купить такой кубик у нас. Даже не такой, а хужего качества, чем у нас. Такого, наверное, раз в 5 будет дешевле. Вот. Но если у вас не стоит вопрос в деньгах, то можно смело брать вот этот кубик. Он действительно хороший. И, ну, намного приятнее учиться уже на хорошем кубике. Вот. Я когда взял вот этот кубик по сравнению со своим старым, ну, это небо и земля было. То есть я реально Yongyun, ну, вот, вообще, ну, просто бомба был. Вот. А сейчас... Когда я взял вот этот The Valk 3, и рядом я их, ну, то есть вчера немножко поигрался, и, ну, я не был впечатлен, то есть во время обзора, ну, реально он мне намного приятней. Продавец хороший, быстро отправил, быстро посылка пришла, в описании будет ссылочка на него. Я именно этого продавца выбрал, потому что у него были лучшие отзывы среди кубиков. И цена, самая дешевая цена, нет, были дешевле, я, по-моему, можно было за 10 или $12 купить, но там меня отпугивали отзывы. Поэтому советую этого продавца, у которого купил, ссылка будет в описании. Вот, кубик могу смело советовать, рекомендовать. У него есть коробка, у него есть чехольчик, то есть это приятные бонусы, но и без них
Реально, я вот сутки поиграл им. Да, действительно, кубик этот становится моим основным. Второй черненький полежит в коробке, подождет своего часа. Вот, буду вот этим вот играться теперь. Вот, ну а этот становится на позицию вот такого вот украшения вместе с рядом со скейтом. Вот. Вот так это будет выглядеть. Ну, я уже, в принципе, попрощался. До новых встреч и удачных покупок!